ребят, это второй день влогов, второй день экзаменов у Дианы. И я поздно проснулась, успела еле как помыть голову, но я иду сейчас в школу с мокрой головой. Это ужасно, зато Диана накрасилась. Конечно, где логика? А, еще шнурки развязались. Пожалуйста. Вот так я сегодня выгляжу, решила сегодня быть немножко casual, не casual. Непонятно какой, короче. И да, сейчас сяду на такси, потому что уже поздно, надо в школу бежать. И первый экзамен нам учитель дал как бы задание сразу, заранее, чтобы мы могли еще дома написать. Но, конечно, Диана ничего не делала, поэтому Диана сейчас все будет писать в классе. Ну как, все. Я уже сделала примерно половину дома, но вчера у меня жутко болел живот, поэтому да, сейчас все буду делать там. Все на месте. Ой, таксишка, таксишка. Блин, она занята. Эх, ладно. Я побежала. Я дома, и я лежу. Простите, ребят, что я не снимала в школе, но, в общем, у меня были дела, которые надо было в школе сделать, но подготовиться к другому тесту, и, в общем, да, у меня как-то не было времени все сделать. Но вот я дома, и завтра у меня... Можно считать последний день экзаменов, хотя на практике у меня еще в среду экзамен, но мне нужно для него сделать видео, поэтому я не считаю, что это как экзамен. Мне нужно подготовиться к последнему дню, самый последний день, и все будет сдано, и я буду счастлива. Только завтра мне надо сдавать алгебру и химию. И два самых сложных предмета для меня. Это просто... Я не знаю, как я буду все сдавать, потому что у меня гуманитарный склад ума, не физмат, не что-то еще, и я правда не знаю, что я буду делать. Сейчас вот отдохну, покушаю и соберусь, пойду готовиться к тестам, все это учить, зубрить, вспоминать опять и повторять. Так что да, и как вам мои новые волосы? Все в школе просто ходили, меня не узнавали. Я не знаю, это хорошо или нет. Ну, в общем, да. Мне очень нравится. Мне кажется, такая теперь sun-kissed, солнцем поцелованная и какая-то летняя, что ли. Не знаю. Так что, да. Сейчас полежу и покушаю, и отдохну. И снова в бой. Вот иду с кафе. Только... закончила как-то заниматься, готовиться. Хотя, что это я говорю, мне еще очень много готовиться. Ну как, в том плане, что устный материал, который мне нужно выучить, я все повторила хорошо. Теперь осталось повторить формулы, все арифметическое. Так что да, это будет тяжко. Может, мне нужно купить Red Bull или что-то в этом роде. Это ужасно. Я очень устала. Пайку. Сейчас 9 часов вечера. Я направляюсь домой. И я сейчас отдохну. И снова в бой. И не знаю, во сколько лягу, потому что все это время я готовилась только к химии. А у меня завтра еще экзамен по математике. К ней тоже надо готовиться. Так что это все ужасно. Я не знаю, когда я закончу с этим всем, я не знаю, как я вообще это все буду сдавать. Мне очень страшно. Мне кажется, я из-за своего страха все забуду и все поперепутаю, и плохо очень напишу. Еще много очень вещей в жизни происходит. Но... Я же не виновата, что так получается, что всегда что-то вместе, никогда беда не приходит одна. Ну, зато, по крайней мере, я думаю, я напишу все сегодня, ой, здесь завтра, и я буду completely done с этим всем, я буду свободна, я буду счастлива. У меня будет целая неделя хорошо погулять, купить себе обновочки и купить родителям подарочки и какие-то сувенирчики и все вот это прочее. И я потом приеду к моей семье любимой,
к моим самым любимым родным. Так что да, я очень счастлива на этот счет. Но вот сейчас вот это все, весь этот стресс, он меня, конечно, да, он мне очень не нравится. Что можно сказать вам еще рассказать? Интересно. Ой-ку, не знаю, завтра после всего этого. Уф, комары уже у нас летают, ого. Так вот, после всего этого ужасного, завтра я пойду с Машей кататься. Думала, что я пойду с Машей кататься, потому что вообще эти покатушки на лонгборде и вообще на скейтборде, они как-то так, знаете, успокаивают, и как-то так хорошо, ни о чем не думаешь. Думаешь, там как бы тут проехать, или как бы тут красиво завернуть, и вот это вот. В общем, оно очень мне нравится, и да. I'm kind of obsessed with it. Едем. Так что да, может быть, я еще что-нибудь запишу ночью, как я буду к этому всюду кататься. Я милашка. Yeah, you challenge this, Я милашка. I failed it, I told you. Steven Milashka. Shutka. She said... Okay, it sounded... Steven is a cutie. I'm just joking. Okay, chemistry. Nah. Oh, this is really BS. Diana, when you look in your phone, you're gonna see a 1 minute video. Okay. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. No, it's not all right. Я так сейчас рада, на самом деле. Я очень рада. Я написала с математику, с химией, конечно. Математику, кажется, я завалила. Очень сильно, очень плохо. Но на химии у меня хорошее предчувствие, это раз. Во-вторых, мы с девочкой, мы делали с ней большой проект. Я вам про это все говорила. И мы заняли с ней первое место, и я очень рада насчет этого. И... да, как бы... А, еще я получила, узнала, точнее, свою оценку уже экзамена по истории. Я написала очень хорошо. Написала на пятерочку. Так что, да, я очень счастлива. Просто, ну, блин, у меня не гуманитарный склад ума. Я не могу вот это все, science, науки эти, не мое. Литература, история, еще шикарные предметы, обожаю их. Сейчас пойду домой, буду отдыхать. Отдохну, наверное, пойду в магазин, потому что я заслужила. Я очень заслужила. Я еще узнаю, наш учитель, он по химии, он очень быстро проверяет как бы наше все. Наши все эти, как их называют, наши все тесты, и короче, вот, поэтому я думаю, что я узнаю свою оценку скоро, наверное, через часика два, и если я хорошо написала, я себе заслужила подарочек, так что я себе сама куплю подарочек, да, потому что я очень много готовилась к химии, так что да, так вот вам история.